нашей игры. Включительно пятый. Главное, что Звятку Потадзе на ваших экранах традиционно занимает Акулов, 12-й Никита Фахрудинов, 17-й Максим Герасимов. Вот так вот Сергей Абрамов сегодня. Да, сейчас уже не до сантиментов, не до экономии сил. По крайней мере, в отношении «Газпрома» надо рисковать. Еще один перехват. Шимба и гол. Еще раньше, чем накануне. Вчера на 40-й секунде, а сегодня на 33-й. «Газпром» игра открывает счет. Отличился-то у нас Павел Симаков. Смотрите еще раз, как Шимба ушел от Павла Карпова. И передача на Симакова, которому Никита Фахрудинов не сумел помешать нанести этот удар. Вот «Газпромом» Максим Герасимов перехватывает мяч Абрамову. Абрамов не сумел сделать передачу штрафную, поэтому сейчас будет именно штрафной. А штрафные у «Синары» очень опасны. На «Газпрома» Шестеров и Афанасьев вышли. Абрамов на Демина. И под удар Демина Николай Шестеров бросает. Что сейчас Демин бил по центру. Но так или иначе, разыгрывает «Синара» стандарт. Так что переменились уже несколько игроков. И Звятку Потадзе только жал. Так что только на реакцию Купа. Ну, смотрите. А, это не Фахрудинов, это Карпов сейчас. Атакив раздает, между прочим, единственный мяч. Как только Сергей Абрамов забьет, это будет его 40-й гол в текущем чемпионате. Ну, правда, с учетом регулярного чемпионата. И плей-офф Гильерме 2-0. Ну и Павел Чистополов тут же берет тайм-аут. Очень быстро позволяют сопернику создать необходимое преимущество. Этот мяч Жоау Гильерме сделал сам. Даже не обводя Павла Карпова, пробил ему между ног. И Сорокин вдоль. Шишкин по центру. Иванов подхватывает. И только Купатадзе. И только Купатадзе сейчас спасает «Газпром». Подключается. Находит Тимошенко. Симаков тут же у него на плечах. Абрамов. Купатадзе снова. Но становится все больше стандартов. Нет, «Синара» сегодня разбирается с Деминым, выигрывает пространство. Егор Иванов, и какой момент у соперника. Александр Виноградов и Дмитрий Швидко. А, это не простили, это Сорокин. Сейчас прервал опаснейшую передачу на угловой. Ишков из нижнего угла. Показывает предыдущий удар, когда Иван Ишков. Но там тоже никакой остроты не было. Тем не менее, Егор Иванов в дриблинге, и Афанасьев подставляет ногу. От Звяда Купатадзе Андрею Афанасьеву. Зафиксировал мяч. Купатадзе. Это фол. Это красная карточка Звяду Купатадзе. Кто не думал, что для Звяда Купатадзе сегодня все завершится так, а все началось-то с Ишкова. Но Бейрос Легин занимает место уже на линии. И без шансов. Это гол Валерия Демина. «Синара» размочила счет. Тайм-аут берет Владимир Колесников. И вот сейчас крайне интересно посмотреть, неужели «Газпром» сейчас будет играть сразу 5-4. Любопытно. Демин на Абрамова, которому противостоит Данил Давыдов. Абрамов в проходе. Нет, не забивает. Вновь смену, причем довольно-таки точечную проводит Павел Чарокин. Сейчас, в принципе, выиграл это противостояние у Кататы. Тем не менее, Катата остался стоять, получает мяч. И Александр Пирогов восстанавливает преимущество в два мяча. Получил эту передачу от Кататы. И над плечом Ивана Ишкова точно пробил. Ну, теперь задача «Синары» тем более не пропустить больше. Потому что Виноградов на Гильерме. Ну вот как проходят. По сути дела, чуть не получилась копия гола Пирогова. Но зацепил. Зацепил. А это можно оставлять без комментариев и смотреть бесконечно. Давайте пока посмотрим. Абрамов начал движение, ушел от Шестерова. Передача за спину Виноградову. И покинутый, брошенный всеми, позабытый на дальней штанге. Герасимов в упор расстреливает Алексея Егина. Здесь вратарь, конечно, ничего поделать не мог. Ну а Сергей Абрамов, да, он не забивает. Но у него только в Екатеринбурге третья голевая передача. И еще раз напомню, что на кону...
На кону бронзовые медали. И как же сейчас не забила Синара. И вот слушайте, что кричат болельщики. Алексей Егин отразил удар Сергея Абрамова, а затем успел вернуться и грудью забил. Да, там, правда, еще без рикошета не обошлось. Ох, как сейчас Ишков огорчил Шестеровым. Ну, если даже не все в порядке, он стиснет рукопожатие с Григорием Ивановым. Уважение к сопернику – это самое главное. Еще один блок от Синары. На сей раз Абрамов закрывает Виноградова. По-прежнему Александра Пирогова. А вот здесь помешать удар. Рассчитывать оставалось только на Ивана Ишкова. Соперника, но «Газпром» сомкнул ряды и перехватил. И один на один Александр Виноградов. Извредить соперника без всякого нарушения правил. Смотрите, вот только что мы говорили о проникающих передачах из глубины площадки. В конце концов Тимошенко его отбирает уже у Гильерме. И численное преимущество у Синары. Сорокин подхватил, смещается. И ведь уже даже в домик Егину пробить удалось. Но на угловой, а не в ворота. Как бы этого Сергею Сорокину не хотелось. Вот, вот здесь. Сейчас Глеб отбирает, а Валерий Демин, находившийся рядом, подстраховывает. Но опять Егин, Сорокин и опять Егин. Удивительно, почему Синара сразу не применяет эту комбинацию несколько раз. Все-таки вот эти прямые удары по центру, да еще и открытые, они для любого. Ну, скажет капитан-то свое слово или нет сегодня. Ну, люльку-то же должны покачать. Ну, хотя бы так. Хотя бы так, хотя бы так. Как он выдохнул, как он выдохнул. И кто опять сделал передачу? Сергей Абрамов. Ну да, там был рикошет. Да, там был рикошет от Жуао Гильерме, которого, наверное, тоже можно записать в ассистенты. Ну вот и 3-3. Вот и 3-3. Теперь ограничен во времени. И вот он приближается и бьет. И гол! Нет, штанга! Боже мой! Уже два забил в этом плей-офф. Но тут что сделает Ишков? А Ишков едва не начал голевую атаку. Но ни Герасимову, ни Карпову стальную. Не было касания. Это нам повторяют предыдущий эпизод. Абрамов против Гильерме. Два лучших в каждой команде. Тимошенко сместился. Что это было? Рикошет на свободную позицию, но пока Егор Иванов обрабатывал, перед ним вырос Данил Давыдов. Иванов получает от Абрамова передачу пяткой. Закрывали. Нет! Ну вы это видели! Ну вы это видели! Ну вы это видели! Я же говорил, что Сергей Абрамов еще скажет свое слово! Счету главное, что всего в одной минуте и 58 секундах его команда начать. Надо просто дождаться важного момента. И вот как сейчас отскакивает мяч от Пирогова. Мне в одной просьбе не откажет, но я ее не буду озвучивать. Итак, Шестеров, Гильерме, Виноградов, Афанасьев и Крылов на розыгрыш. Ох ты, господи, 4-4. Был мысленно, но он мне отказал. Все, я теперь ему тоже во всем отказываю. Андрей Афанасьев в ближний угол. Пока Синара дважды пропускает в большинстве. Не хватить. Удар Шестерова. Ишков ловит. Не дает ему пробить. Но Шестеров! И вот теперь его хоть и держали, но в каком прыжке, в каком потрясающем. Бросает Егин. Ишков ловит. Абрамов оставляет. И Валерий Демин. Валерий Демин все же ставит. Валерий Демин все же ставит. Ставит Синару снова вперед. Пока не точку. И опять обратите внимание, кто начал атаку. Ишков, Абрамов и Демин. Ишков, Абрамов, Демин. 5-4. 5-4 и над ногой Алексею Егину.
Ну, сейчас я уже точно. Гильерме на завершающем ударе. Разбег Шестерова. И нет. Еще 2 секунды. Это еще аут. Не устоял сейчас Александр Виноградов в результате падения. А этот гол будет засчитан или нет? Это не важно. Синара впервые побеждает «Газпром Югру» в плей-офф. Стоя аплодирует команде. Я поздравляю Григория Иванова с бронзовыми медалями и всю команду с этой сверхволевой победой. Тим Герасимов, Глеб Тимошенко, Максим Акулов, Павел Карпов.